Всем привет, 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 привет! Это снова я и мои боссы, вернее, сатуары. В общем, не так давно я делала коллекцию, две пары бусы, сережки, которые я назвала «Солнечный ветер». Ну, в общем-то, мне так понравилось, и я решила продолжить. Вот, у меня были еще браслеты с такими очень крупными бусинами, ну и я решила продолжить. И назвать эти бусы «Веселый ветер». Я не знаю, почему у меня такая ассоциация именно вот этих бус. Именно с ветрами. Не знаю. В общем, «Веселый ветер». Был солнечный, а теперь он стал веселый. В общем-то, эти сатуары, даже не бусы, а скорее сатуары, они очень подобны тем, которые я вам уже показывала, которые я уже делала. И они тоже в количестве 2 штук. И они тоже сделаны на базе браслетов, которые я покупала на барахолке. И я, к сожалению, тоже не снимала подводочку к видео, чтобы показать вам материалы исходные, из которых я делала эти украшения. Но я все-таки постараюсь добавить либо кусочки видео, либо просто фотографии, не знаю, как у меня получится. Вот. В общем-то, мои веселые ветры. Их тоже 2. И тоже к ним сделала серьги. Ну, начнем. Поехали. В общем, были браслеты, были бусы, и поэтому я все это дело использовала. В общем, вот сатуар, даже не знаю, как так показать, вот, просто вот так покажу, чтобы было видно, какой он. Здесь я использовала в основном покупочки с барахолки. Вот эти длинные бусины, они очень интересные. Они пластиковые, но пластик очень хорошего качества. Вот, они еще и граненые, поэтому они так поблескивают, выблескивают интересно. Поставила замочек, не знаю, захотелось мне поставить замочек. В общем-то, я его поставила. Шапочки пластиковые, проставочные бусины пластиковые, вот они все пластиковые бусины, которые я срезала с футболки, специально купленные для этой цели. Вот браслеты, которые были куплены, тоже как проставочные. Ну и вот эти браслеты. Бусины очень крупные, акцентные. Вот, я их разбавила вот этими витыми металлическими бусинами, которые купила на Алиэкспресс, и дополнила вот таким кулоном. Кулон потрясающий, очень мне нравится, нужно еще заказать. Вот. Бейл в нем очень широкий, поэтому под бейл я поставила вот такую бусину, она, ну вот такая она, да, она не совсем белая, она какая-то розовенькая, с фиолетовым рисунком. То есть даже если ее и видно, то в принципе в этом криминала нет, а даже какая-то прелесть в этом есть. Вот, вот такой получился у меня сатуар. Очень он мне нравится, очень он интересный. Вот, я прям получаю от него удовольствие. Ну вот, один посмотрели. Теперь второй. Браслеты эти состояли каждый из 4 бусин. То есть по 2 больших и по 2 маленьких. Но мне нужно было использовать вот в этом сатуаре 4 маленьких бусины. Поэтому у меня осталось на следующий сатуар только 2 больших бусины. Ну, как видно, он сделан по образу и подобию предыдущего. Но я его закончила вот таким образом. То есть я не ставила замочек. Он просто вот здесь вот так вот сходится на неразъемном колечке. Колечки вот эти я покупала на Алиэкспресс. Они мне очень нравятся вместе с вот этими витыми бусинами. Собрала я их вот таким образом. То есть вот это красивая ограненная бусина. Потом фрагмент из 3 бусинок. Нет, 3 бусинки это у меня здесь, потому что мне одной бусины не хватило. Ну, в общем, ладно. Значит, потом фрагмент из вот таких вот стеклянных бусин, которые я совершенно случайно обнаружила у себя в закромах, я вам показывала. Вот так они чередуются. И также чередуются проставочные вот эти бусинки, которыми я разбавляла вот этот такой очень пастельный светло-светло-розовый цвет. То есть вот эти бусины, ну, будем говорить, подговлит, они непосредственно от этого браслета. И вот такие похожие на металл, но пластиковые бусины, на которые я покупала специально для этих целей. Вот. А вот эти красивые бусины акцентные в обрамлении стеклянных бусин, тоже от браслета, они под розовый кварц.
Ну и вот так вот мы чередуемся, чередуемся и доходим до вот такой красивой кисточки, да? Сделала я вот такую кисточку, у меня оставалась ровно одна бусинка, и я ее использовала, и ровно одна бусинка вот от предыдущих ветров. Ну вот. Также для полной симметрии мне не хватало одной фиолетовой бусины, но у меня она была ровно одна. Вот, я ее сюда добавила. Ну и вот, как я уже сказала, вот здесь у меня фрагменты из 4 бусин, а здесь фрагменты из 3 бусин, потому что мне одной бусины не хватило для симметрии. Ну вот она у меня здесь, это одна бусина. Также у меня была вот одна вот такая бусинка в остатке. Ну вот я ее тоже сюда повесила. Ну, в общем-то, как говорится, остатки сладкие. Ну и вот такой кусочек цепочки я сюда подвесила. Это цепочка, на которой был вот этот кулон. То есть я от нее отрезала фрагмент нужной длины и сделала вот такую вот висюлечку в виде цепочки. В общем, они мне очень нравятся, эти мои сатуарчики. Очень они интересные, очень они симпатичные. И что я хочу сказать по поводу этих бусин. Вот, эти бусины, они разные. Вот, несмотря на то, что они такие, да, казалось бы, одинаковые, но они абсолютно разные. Не знаю, как лучше так, вот так лучше показать. Вот, видно, рисунок абсолютно разный. Хорошо, что я увидела это, прежде чем собрала эти сатуары, потому что было бы потом, ну, нужно было бы потом переделывать. Да, вот здесь рисунок более крупный, здесь рисунок такой совсем мелкий. Вот, ну и с обратной стороны тоже они разные. Ну и хорошо, что разные, потому что были бы одинаковые, было бы неинтересно. Ну, в общем, как-то так. Сережки тоже сделала. Сережки тоже, они очень универсальные, то есть их можно носить с любыми из этих бус, которые я сделала из этих сатуаров. Также, кстати, их можно носить и с теми бусами, которые называются «Солнечный ветер». Ну, в общем, вот такие у меня получились бусики. Надеюсь, вам понравились. Вот, не знаю, почему они у меня так назвались. Такие у меня ассоциации вот с нашей атмосферой, с нашей погодой, с нашими горячими южными ветрами или ветрами. Не знаю, как сейчас правильно, по новым правилам этикета. Вот как-то так. Опять я со своими словами-паразитами, никак я не могу с ними распрощаться. Вот так. Или как-то так. Ну ладно, всем всего самого-самого наилучшего, всем всего самого-самого хорошего. И всем до следующей встречи. Всем пока.